Более 500 первоуральских выпускников 11 классов сегодня сдавали ЕГЭ по математике. Школьники сдавали экзамен базового уровня. Он обязательный для всех старшеклассников и влияет на получение учащимися аттестата о среднем образовании. Экзамен длился 3 часа. За это время выпускники должны были выполнить 20 заданий. Оценивается работа по 5-бальной шкале. Для сдачи экзамена необходимо получить 3 балла. Сдача базового уровня математики необходима для получения аттестата, а вот для поступления в ВУЗ, где математика – это одно из вступительных испытаний, выпускникам необходимо сдать профильный уровень. Экзамен состоится уже в эту пятницу, результаты объявят не позднее 16 июня. Напомню, что школьники, получившие неудовлетворительные оценки, смогут участвовать в ЕГЭ по математике базового уровня в дополнительный период с 5 по 16 сентября.